Всем привет! Сейчас мы идем на завтрак. Да. Папа уже позавтракал, и мы теперь идем с Лерой вдвоем. Мы идем без Аришки, потому что для нее там вообще нечего выбрать, и мы ей приготовили все отдельно, а сами идем завтракать. Ты теперь не боишься ящериц? Нет. Мне так нравится эта лестница. И здесь еще вот эти вот растения. Красота. У меня на завтрак опять арбуз. А у меня на завтрак. А у Леры какая-то штука. Это икра. Что-то да такое. Ну, приятного аппетита всем, кто сегодня с нами завтракает. Мы идем сейчас купаться на моречко. Сейчас еще нет 10 часов. Видите, прошли через шведский стол. Ариша немножко там что-то прихватила. Пирожок. А Лера пошла за нашими плавательными принадлежностями. А я опять арбузик стащила. Смотрите, вот здесь наш отель. А вот здесь сразу вот там спуск. То есть нам совсем не надо никуда далеко идти. Вот такой спуск. Ой, помойка есть, как хорошо. Здесь есть лежаки, которыми мы можем пользоваться. Зонт, что немаловажно. Хоть мы и не планируем здесь прям весь день торчать. Но все равно, видите? И вот такой берег. Каменистый. Ну что, ты сегодня купаешься в Ионическом море? Дима пытается тут сфотографировать краба. Я его видел. Ариша, которая не хотела заходить ни в какое море, теперь не хочет выходить из этого моря. А нам еще очень понравилось в очках плавать. Видно дно, просто красота такая. И не страшно в очках, видно хотя бы, что там под тобой. Пляж, да, мелкая галька, крупные большие камни, вот я стою здесь сейчас. Сейчас слышала, женщина рассказывала, что видела морских ежей, так что купаемся вот в шлепках, я, например, хожу, да и удобнее по таким камушкам в шлепках ходить. Но вокруг все такое красивое. Очень понравилось нам нырять с очками, видно все. Там за мной море. Смотрите, какая красота! Сегодня мы планируем снова поехать в Киркиру и там покататься
на кораблике с детьми на экскурсию. Экскурсия длится 90 минут. Кораблик проходит около Киркиры, и там показывают аквалангисты разных морских жителей. Вот, хотим детей немножко сегодня поразвлекать. Мы снова зашли в тот же самый смузи-бар по пути. Вчера мы тут пробовали соки, сегодня заказали два смузи. Здесь так хорошо. Сегодня мне, например, совсем не жарко. Красивый вид. Сейчас перекусим и пойдем дальше. Смотрите, какую нам красоту принесли. Ариша сразу понимает толк. Такая, да, да, мое, уже садится на меня. Подожди, Ариша. Мы в порту. Ищем нашу лодочку, наш Калипсо Стар. Надеюсь, он будет быстрее этого. И вот этого. И вот этого. А у нас будет такая работа? У меня будет красивее. Дима сейчас будет договариваться. Да-да-да, садись. Это... Приплыл наш кораблик. Сейчас будем сюда грузиться. Красава. Катер Калипсо Стар отходит от причала у новой крепости в Киркире, то есть от форта Нео Фрурио. Калипсо в древнегреческой мифологии прелестная нимфа острова Агигия на крайнем западе. Калипсо спасла Одиссея после кораблекрушения и продержала у себя в течение 7 лет, скрывая его от остального мира. Имя Калипсо означает «та, что скрывает». За полтора часа катер огибает остров Видо. В катере есть подводный отсек с окошками и скамеечками. После остановки нам предложили туда спуститься и посмотреть на морскую фауну.
После шоу всех угостили мороженым и предложили купить фото, сделанные до этого. Всю прогулку мы любовались прекрасными морскими видами и лазурно-голубым морем. Мы покатались на кораблике, посмотрели на лобстеров. Понравилось тебе? Да. Лере даже Лере понравилось у нас. Теперь мы через старый город идем в форт, в старый порт, нет, в новый порт. Мы видели его с корабля, хотим тоже туда подняться, там пофоткаться, посмотреть все. Здесь, конечно, старый город прям такой. Улочка, улочка, закуточек. Куда-то завернул, что-то интересное. Что-то колоритно, вот смотрите. Дебри там какие-то. Папа не захотел поднимать коляску по лестницам. А мне хочется посмотреть, пройтись по узким улочкам. Вот, мне Лера будет составлять компанию. Мокренько, осторожно. Надеюсь, мы папу потом найдем. Вот мы пошли сюда в закуточек небольшой, и тут дерево с гранатами. Прикольно, правда? Понимаешь? Мне очень нравится рассматривать здесь растения. Папе нравится фауна, а мне флора. Кажется, отсюда мы не пройдем к папе. Дебри. Нам, наверное, надо спуститься. Вот туда, там видны магазины. Видите, у них счетчики выведены все на улицу. Такая особенность. Посмотрите, кого мы с Лерой отыскали. Нашего папу. Оказывается, он нас просто ждал на том же месте. А мы тут плутали и искали его. Он хотел нас бросить. Потом мы отправились в старую крепость Палео Фрурио. Она была построена на искусственном островке с оборонительными сооружениями по всему периметру. Форт не раз перестраивался. Например, британцы в 19 веке построили здесь неоклассический храм Сент-Джорджи с дорическими колоннами прямо в центре крепости.
сожалению, мы прогулялись только по нижнему ярусу крепости. Дети уже очень устали, а мы сами никак не могли найти дорогу к храму. Восхождение на маяк тоже пришлось отложить. В Веницис мы вернулись уже затемно. В это время деревенька выглядела еще интереснее и привлекательнее, чем днем. Надеюсь, вам было интересно сегодня с нами. Обязательно смотрите следующее видео, где мы покажем красивейшие пляжи острова Корфу и будем лихачить на машине по серпантину, а также зайдем в греческую таверню. Пока!